друзья, я снова приветствую вас за нашим ужином. Что это? А это шримс. Лед. Это коктейльный такой. Так как коктейльный шримс. Да, креветки. Я забыла. Понимаю. На льду. А вот этот суп, друзья, называется он лентис, да? Лентил. А по-русски это чечевица, чечевичный суп. Да. И я знаю, что вот во время что там такое? Ну, тяжелые периоды жизни люди вот ели чечевичный суп, потому что лучше не было. А сейчас люди едят чечевичный суп, потому что он здоровый и еще жуткие деньги за него платят. Ну, не в нашем случае, у нас включено. Это, друзья, я с мятным листочком взял фрукты. Сыр, обжаренный в сухариках. Сыночка, как же сыр может быть обжаренным? Я тебе говорю, это сыр обжаренный в сухариках, так. И к нему какой-то пикантный соус. Может быть, он соус. Обвален в сухариках? Но он поджарен при этом. Так. А это замечательный клюквенный соус. Я вчера такой употреблял, очень здорово. Это, друзья, обычный салатик. Непонятно из чего, но кое-что узнается. Помидор, редисочка узнается, огурчик и всякие зеленюшки. Да. Бон аппетит, как говорят у них. А это, друзья, не два больших глаза, а это два вкусных супа. Почему два? Потому что любит человек фруктовые супы. Это фруктовые супы. А это, друзья, еще один супчик, который сегодня у нас в обороте. Это супчик куриный, даже, казалось бы, с рисом. Но вот рис не просматривается, хоть он и прозрачный такой, но должен быть очень вкусным. Это, друзья, пошел основной, так сказать, основные блюда. Курочка с картошечкой. В общем, очень-очень симпатично. Что же, друзья, вот рыбка. Рыбка с картошечкой, с огурчиком. Вкусная рыбка-то? Я еще не пробовала. Ну, что же, тогда бон аппетит. Приходите позже. Это называется сингапурские макарончики. Сингапур нудл. Но, в общем, к ним еще такой шашлычок из креветочек. Понимаю. Это ростбиф. Они его так называют? Называется? Ну, дают. Ростбиф, который рост. Отлично. Это салмон с картошечкой. Также известная как горбуша. С подливочкой. Я чувствую, что будет очень вкусно. Это тот же самый, что был вчера. Похоже на какой-то пирог. Что это? Это картофельная запеканка, типа по-русски. Таким слоем, таким размазали по тарелочке. Украсили. Я уже снимал чикена, но Света говорит, ты посмотри, какой у меня красавец. Такой целенький, он вот такой весь с подливочкой. Ну, в общем, друзья, Светочка, приятно тебе аппетита. Неужели ты съешь такого большого чикена? А я не обязательно съем, я, может, только поднаскусаю. Вот, друзья, десерты пошли. Ну, вкусно, я вот даже так смотрю, и уже прям аппетит разыгрывается. Да. Это, еще раз, что это? Капучино Лэрткэ. Понял. Кому-то, может быть, нравится. Что это у нас, друзья? Мороженое я узнаю. Это какой-то торт. Очень это такой-то. Пикант. Торт с мороженым. С орешками. С орешками. Ну, хорошо. Это мне просто ванила. Мороженое, два шарика. Оно без сахара. Лёва, ну это же должно иметь какое-то описание. Алла, может быть, ты поможешь? Что это у Лёвы? Спанч какой-то. Нет, чоколад сенсейшн. Сенсейшн. Мы как-то уже снимали пару дней назад. Понял. Так.